Привет, друзья, подписчики канала, просто зрители. Сегодня хочу вам показать, как готовится салат из морской капусты, из свежей. Он называется дальневосточный, но он совсем не имеет ничего общего с тем, что продается в консервных баночках под названием салат дальневосточный из морской капусты. Для этого нам понадобится свежая морская капуста. Стоит она просто копейки. Килограмм ее у нас в магазинах, в рознице, стоит около 40 рублей, буквально. А по поводу пользы, тут говорить ему не приходится, это просто кладезь всевозможных витаминов и самое главное йода. Таблетка йода Марина стоит там, наверное, в разы дороже, чем целого килограмма такой вот капусты. Ну и во-первых, и во-вторых, это просто вкусно. Где-то нам понравится капустка, свежий кальмарчик, огурчик, лучок, морковочка, ну ничего особенного. Но для начала нужно ее сварить. Как ее варят? Просто сначала кладут ее в подсоленную, в обычную воду. Сейчас мы поставим ее на огонь. И когда она закипит, я вам покажу, что будет. Мы эту всю, поднимется большая пена, очень много пены будет. Мы все это дело сольем, промоем на дуршлаге, потом поставим опять воду и будем варить. Ну все увидите, смотрите сами. Так, ну вот, капуста закипела, пошла с нее пена, зеленая такая. Сейчас нам нужно ее выключить и промыть, откинуть на дуршлаг и промыть под проточной водой хорошенечко. Сейчас я промою ее и мы вернемся к ней. Так, ну все, капусту я промыл на дуршлаге под проточной водой. Листь с нее вся сошла. Пахнет очень сильно морем. Кто бывал на море, все знают, как пахнет море. Вот запах один в один. Сейчас нам нужно сделать следующее. Сейчас мы добавим сюда, в эту обычную воду, каплю уксусу. Чуть-чуть кислинки добавим, у меня 70%. И хорошую ложку с горкой соли. И будем варить 20 минут. Потом снова к ней вернемся. Некоторые варят, кстати, там по часу-полтора, но она разваливается и получается как размазня. А вот 20 минут она такая будет маленькая похрустывающая, очень вкусная. 20 минут, на мой взгляд, более чем достаточно. Но есть люди, которые варят полтора часа. Так что это уже на ваш выбор. Я люблю, когда маленько хрустит. Так, пока капуста закипает, мы сейчас обжарим лучок. Пассируем с морковочкой. Немножко. Не зажарим, а просто припустим его. Чтобы он такой был, разучился, что это делал. Это припустим. Так, капуста скоро закипит уже. Вот, начинает собираться пенка. Пенку вот нужно собирать. Ложечкой собрали. Вот чуть-чуть. Видите, здесь. Так, ну все, сейчас лучок спассируется с морковочкой. Продолжим. Вот смотрите, лучок с морковочкой припустились. Я не случайно сразу бросил одновременно морковку и лук, потому что лук жарится дольше, чем морковка. Морковка быстрее. Когда мы вот так вот делаем, морковочка поджарилась, а лук именно той консистенции, какая нам нужна. Такой становится прозрачный. Все, выключаем. Все, отлично. Ждем. Так, а здесь у нас закипела наша капуста. Видите? Сейчас прям в эту кипящую капусту буквально на одну минутку я опущу кальмарчиков. Чтобы не греть там еще одну кастрюлю, не кипятить. Кальмары готовятся моментально. И в этой водичке они тут ничего страшного не будет, мы их сварим. Еще кальмаров достаточно варить. 30 секунд это более чем. Они сейчас горячие, пока будут остывать, они еще дойдут. Капуста еще покипит на 15 и можно будет ее снимать. Так, ну вот, капуста полностью сварилась. Попробуйте, она должна быть слегка хрустящей. Засыпаем сюда пассированный лук и морковь у нее. Также высыпаем порезанной соломкой отварной кальмарчик и порезанной соломкой свежий огурчик. Можно его натереть, огурец, но я предпочитаю рис, потому что от натертого он слишком много соку дает. Все это дело ссыпаем сюда, перемешиваем. А, и последний штрих. Я еще добавляю зерна обжаренные слегка кунжутные. Кунжут. Так, сейчас
это все дело перемешиваем. Так. И последний штришок, это такой густой соус терияки. Он такой, там, ну, хорошо подходит, короче, не надо, вот, представь, какой вкусный, он кисло-сладкий такой, непонятный. Туда это дело заправляем. Видите, какой густой. Чем гуще он, тем лучше. Есть бутылка, но он жидкий. Нам в нем пачка нравится. Очень хороший. Густой такой, насыщенный вкус получается. Сейчас мы это все дело перемешаем. Вот, видите, какой терияки. И дадим хотя бы полчаса этому делу настояться. И можно будет кушать. Солить мы больше его не будем. Соус соленый и капустку мы маленько подсаливали в воду. Так, ну вот, друзья, что у нас получилось. Очень вкусный, витаминный, полезный салат. Здесь огромное содержание йода в морской капусте. В семечках кунжут, там какие-то кальций, по-моему, содержится в большом количестве. Полезный огурчик, кальмарчик. Ну, короче, витаминная бомба, так скажем. У кого проблемы с щитовидной железой, очень хорошо. Рекомендую даже врачи употреблять в большом количестве морскую капусту, там, потому что очень много йода. Если вы там следите за фигурой, это блюдо просто идеально создано для вас. Здесь белки и углеводы, больше ничего нет, никаких жиров. Так, ну вот, все, что я хотел вам сказать, показать в этот раз. Всем до встречи, всем, кому понравилось, ставьте пальцы вверх, кому не понравилось, пальцы вниз. Не забывайте подписываться, ну и самое главное, пишите свои комментарии, если будешь, есть, обсудим, у кого есть какие-то вопросы.